Что же для этого нам понадобится? Итак, если у вас есть ткань, то из ткани, из двух тканей можно скрафтить тряпку. Что мы и сделаем. Мы скрафтим 4 тряпки. Итак, теперь у нас есть 4 тряпки. Они нам пополняют 5% здоровья. Но это не предел, потому что если взять, скрафтить 2 тряпки, то можно из них получить 1 бинт. Мы скрафтим 2 бинта. Итак, у нас есть 2 бинта. Бинт пополняет нам 10% здоровья. Но это тоже не предел, потому что если скрафтить 2 бинта, можно получить 1 улучшенный бинт. Что ж, давайте его скрафтим тоже. Но это также не предел, потому что если у вас есть 2 палочки и 1 металлолом, то из них можно скрафтить шину. Шина не только прибавляет 20% здоровья, но и лечит ноги от перелома. Очень полезная штука. Также, если у вас есть 2 ягоды и 1 камень, то из них можно скрафтить молотые ягоды, которые теперь нас не вставляют и не добавляют радиации, а лечат. Что ж, на этом видеоурок я заканчиваю. В следующий раз я расскажу вам, как крафтить забор из колючей проволоки, электрический забор и электрическую ловушку. Что ж, до следующего урока.